В университетском комплексе «Сигма» состоялась торжественная церемония награждения грантами и стипендиями участников конкурса от Coca-Cola Hellenic. Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к социальным вопросам, а также поддержать талантливых студентов. А талантливых и творческих, и готовых побеждать в Юргу много. Именно поэтому борьба была нешуточная. Да, очень интересно наблюдать за участниками, потому что ребята, когда приходят на первый этап, они немножечко такие закрытые, замкнутые, и на протяжении всех этапов ребята раскрываются, и видишь в них большой потенциал, и, ну, очень интересно наблюдать за участниками, за их эмоциями. На протяжении всего конкурса участники проявили себя в творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Прямо сейчас мы находимся на награждении участников конкурса от Coca-Cola Hellenic, и вместе с участниками мы попробуем вкус той самой Coca-Cola, которая сопровождала их на протяжении всех конкурсов. Мы узнали, чувствуют ли вкус газировки участники. Я стал замечать, что после каждого этапа в моей жизни все больше Coca-Cola. Я замечаю всю рекламу, которая есть вокруг меня. Я стал чаще об этом говорить. Я привожу в пример компанию. Иногда я там делюсь некоторыми фактами, которые я узнал в ходе некоторых конкурсов, поэтому да. Ну и я стал пить больше газировки, это очевидно. Мы подружились еще больше с ребятами из команды. То, что у нас вообще Coca-Cola была на каждом из этапов, все об этом знают. Ну и, конечно, если мы победим или займем призовое место, то этот вкус запомнится на всю жизнь. Именные стипендии получили аспиранты, занявшие призовые места в категориях «Самый экономический проект», «Самый инновационный проект» и «Самый глобальный проект». А грант на 75 тысяч рублей получила команда Team 44. Team 44!